Здравствуйте, меня зовут Ольга Александровна, моя фамилия Букина. В следующей лекции мы поговорим о налоге на имущество организаций. Мы поговорим о том, какие есть особенности, связанные с исчислением налоговой базы по кадастровой стоимости и по среднегодовой стоимости, а также рассмотрим разнообразную судебную практику. Что является движимым имуществом, а что является недвижимым имуществом? В каком случае нужно уплачивать налог или не нужно уплачивать налог на имущество с того или иного объекта? Какие аргументы работают в пользу налогоплательщика и в пользу налоговых органов? Смотрите на видеоконсультант.